Иван Гирев – пловец, который многие годы оттачивает свое мастерство в бассейне «Дельфин». За 17 лет в профессиональном спорте пловец сумел завоевать серебро на Олимпийских играх, стать чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта. Областные соревнования для Ивана – возможность дополнительной тренировки и отработки техники. Как всегда, через этот чемпионат делаем, так скажем, акцент в тренировочном процессе. То есть мы выступаем там не как на каких-то основных стартах, а как на части тренировочного процесса. Рассчитываем на большой, так скажем, эффект, ну, на большой скачок на чемпионате России. Вот так. Несмотря на то, что Иван считает чемпионат промежуточным, он выиграл золото на областных соревнованиях в Обнинске на дистанции 200 метров. Большой вклад в спортивные успехи пловца внес его тренер Андрей Шишин, который уже настроен на будущие победы чемпиона. Готовка у нас шла на федеральной базе озера Круглого. Сами соревнования прошли хорошо, соревнования прошли под нагрузкой, так как сейчас мы только начинаем период сужения для того, чтобы выступить на чемпионате России в Казани. После чемпионата России у нас начинается большой полноценный цикл, куда мы готовимся к играм дружбы. Это, соответственно, альтернативное соревнование, да, Олимпийским играм. Поэтому весь упор, все направление мы делаем к этому старту, который будет 20 сентября. Областные соревнования стали новым достижением в копилке пловца. Но расслабляться Иван не планирует. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.